что население составляет 20 миллионов человек. Ну и, конечно, каждый из вас знает, что самая высокая точка, а это вулкан Ключевская сопка, расположена на Дальнем Востоке Сибири. О, кстати, о Востоке. Лет назад, когда мне было 18, я работал в замке одного арабского шейха по имени Шахрияр. Он был жестоким правителем и никогда не был скуп на казни. У него была странная традиция. Каждый день он выбирал себе жену, чтобы та его как-то удивила. К сожалению, но никто больше их не видел. Долго народ терпел тиранию шейха. Но вот однажды все неплохо, но название другое придумал. О,
оценка. Вывески! Вывожу. Ты что, не слышал меня? Я сказал вывести его! Так, а вы пока уберите здесь. Манжет, что сегодня еще запланировано? Вам осталось встретиться с женами, выбрать одну из них и, наверное, как всегда... КАЗНИТЬ! Ну, это моя любимая. Ведите их сюда. Слушаюсь. Позвать жен! Привезти жен великого шейха. Thank you.
Я постараюсь вас удивить. Хоть вы и повидали очень много чудес, но я перенесу вас в тот мир, о котором вы еще ничего не знаете. В мир удивительных сказок. Да-да-да, сказки. Кстати, я как раз собираюсь спать. Ну давай, рассказывай. Сказок шкатулка огромна моя. Есть в ней история Джафара царя. Жил не то жил наш великий правитель, но сознание его потревожил мыслитель. Ответь мне, Джафар, что бы делать ты стал, если б последний свой день проживал? Вместо ответа мудрец был казнен, а Джафар свою жизнь всю в сомнениях провел. Допросы. Позвать начальника охраны. Мура.
Эльмхорсте! По вашему приказу прибыл! Раз узнаете все у этих воришек, а я пока пойду подумаю, что делать с Шахерезадой. Все свободны! Начнем допрос. Заводите преступников! Постой! Пора! Как будто нажми на тормоза. Окрошечка, душа моя, приготовь бумагу, чернила, изобрети письменность, втяни живот и начинай заполнять. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете или сделаете, будет использовано против вас, подсмотрено. А теперь признавайтесь, зачем в замок залезли? Так, в молчанку будем играть или допрос проводить? Или сначала в молчанку играть, а потом допрос проводить? Или сначала допрос проводить, а потом чуть-чуть поиграем. Ничего мы тебе не скажем. Так вот, кто тут у вас главный? Что украсть хотели? Твое мнение допрашивает, но кажется, его украли на нас. Пролезть через форточку. Чтобы пролезть через форточку, нужно думать как форточка. Умно. А ну говори правду. Никто никогда не покупает сувенирки на истфаке. Сильные попались ребята. А крошечка, я пойду за стажером, а ты поработай с ними пока. Хорошо, когда мухомор. Ну, наконец-то, да? А вы что, думали, в сказку попали? Да я таких, как вы, крошу на мелкие кусочки. А как ты думаешь, почему меня назвали окрошечкой? Однажды в детстве я упала в бочку с оливье. Ну, а потом еще в тазик с квасом. Ну, после чего в солонку и в перечницу по вкусу. Ну что, нравится? Нет, позовите, пожалуйста, начальника. Вот, вижу, хорошо поработала. Можешь идти. Давай, стажер, показывай, чему тебя 5 лет в академии учили. Сейчас 4 года. Я бакалавр! Для того, чтобы разговорить преступников, выполните следующие действия. Пункт 1. Покажите преступникам, что вы с ними не шутите. Штирлиц всю ночь топил печь, а к утру она утонула! О боже, как не смешно! Пункт 2. Задайте необходимые вопросы. Скажите, пожалуйста, зачем вы залезли в замок? Да пошел ты! Отлично! Первая зацепка! Пункт 3. Будьте суровы и убедительны. Я сказал, пожалуйста! Да? Пошли! Примечание. Будьте так же уверены, как с девушкой. Займи-ка, Сэм.
Да! Никакого толку от тебя. Иди смотри, глухаря. Что? Глухаря, иди смотри. Что? А ну пошел вон отсюда! Вообще-то вы обязаны предоставить нам адвоката. Ну, сами напросились. Люба! Адвокатская контора, адвокат неадекват! Ой, как вы мне все нравитесь! А как вы думаете, что я буду делать, что? Правильно, защищать! Я так люблю защищать! Скажи, какие есть доводы в вашу пользу? Понятненько. Нам нужно что-нибудь, чтобы построить линию защиты. Ищите все, что сможете. Улики, зацепочки, доказательства. Нам нужен главный аргумент. Понеслась! Ой, кажется, я нашла то, что нам поможет. Что это? Давайте попробуем! Держу пари, это хороший знак! А как он нам поможет? И что с нами будет? Пусть будет, как будет! Ведь как-нибудь же будет! Ведь не было же так, чтоб не было никак! Тогда я знаю, что с вами делать. Заклинателя змей сюда. Уж он-то вам точно язык развяжет. Давай, ты знаешь, что делать. Вам придется сделать свой выбор.
казнить меня или все-таки отпустить? Удивительно сладок далекий Восток. Гаремы Востока — особый цветок. У каждого шейха он красив и прекрасен. Но шейх Мансур был жесток и ужасен. Его жены молчали, но иссякло терпение. И в темную ночь исчезли в мгновение. Бежали они через пустыни и воды, чтобы почувствовать запах свободы. Надо делиться этим! Слуги, все сюда!